Утро. На краю леса рядом с СНТ Рогачева уже установлен полевой лагерь. Кто-то занимается костром и кухней, кто-то проверяет полосу препятствий. Постепенно подтягиваются участники зимних соревнований. Дружу давно уже с этим клубом, и от Лавры, и как председатель СНТ. Поэтому решили здесь сделать недалеко от СНТ, так как дороги прочищены. Ну, в общем, так и получилось в итоге. И все это реализовалось совместными силами. Приехать смогли не все, и в итоге сформировали 4 команды разного возраста. Дана команда «Старт». Игра началась. Перехватывай, тяни, тяни, еще тяни. Еще тяни. Кажется, привычные задания. Такие уже были на тренировках в зале, на прошедших соревнованиях. Но неожиданно тишину зимнего леса прерывают звуки выстрелов и взрывающихся петард. Сложнее сосредоточиться на выполнении задания. Да еще и надо правильно реагировать на потенциальную опасность. Граната! Было прохождение полосы, где детям приходилось ползти по-пластунски. В то же время над ними шумели взрывы петард и автоматные очереди. Все это получилось благодаря нашим совместным действиям, усилиям, хорошей организации. Военно-патриотический клуб «Патриот», ОМОН «Пересвет», «Ночные волки» – все вместе регулярно придумывают и организовывают для детей такие соревнования. Поднимаемся. Касаемся до дерева и спускаемся. До дерева, где пожестче, там и спрыгивай. Где пожестче. Да. Давай. Спрыгивать? Да. Стой и жди других. Да. Что было для тебя самым сложным? Там следующее испытание было, надо натягивать канат и переступать. Это почти... Горизонтальный маятник сложно. Да. Я на маятник точно не пройду. А вот то, что стрельба всякая была, ты как? Не, ну по стрельбе нормально. Подойди, пожалуйста. А зачем надо было падать всем в сугроб сразу? А там была вспышка или взрыв, чтобы вас не ранили. Вертикальный маятник, параллельные перила, условное минное поле, пройти которое надо не касаясь натянутых веревок, в то время как другие члены команды падают в снег, укрываясь от взрывов и выстрелов. И все это динамично, азартно помогает друг другу. Вот в этот раз для тебя что было самое сложное, ну или для твоей команды? Ну, это маятник, как всегда. Потому что еще зима, там лед на веревке. Может скользить и упасть назад. То есть мы все прошли. Там стреляли и стреляли, только было слышно, стреляли и стреляли. Но такая обстановка, когда стреляют, это, как считаешь, для зорницы лучше? Или наоборот хуже, что лучше в тишине, когда все это? Ну, лучше, когда громко, зато все бегут быстрее. Дети занимаются в клубе у нас, и все время происходит тот же вопрос, который, ну, как это, вот мы разбираем автомат, собираем, а как он стреляет, как он хлопает, как взрывпакеты хлопают, и что происходит, мы показали сегодня меры безопасности, что происходит, когда взрывпакет, вот эти вот петарды в руках взрываются на перчатке. Потому что я просто заходил в один магазин и видел, как дети покупают взрывпакеты, вот это, точнее, петарды, правильно скажем, и их охлащенные патроны. Это не игрушка, это оружие, как ни крути, оно травмирует и очень сильно. Можно остаться без глаз, можно остаться без пальцев и так далее. То есть это очень важно. И мы пытались сегодня донести до детей, как правильно им пользоваться, вообще в отношении того, что только взрослые имеют право пользоваться. И петарды взрывать тоже только взрослые. Они могут рядом стоять, смотреть, как это происходит. Но все под наблюдением взрослых. Это самое важное, то, что мы хотели добиться сегодня. Таким образом, игра носила не только спортивную, но и воспитательную направленность. Активный отдых на свежем воздухе, обед, приготовленный на живом огне, и хорошее настроение. Кажется, ну что еще желать? Да ведь только дни-то новогодние и волшебные. Как тут без Деда Мороза? Здоровья всем! Счастья! Хорошего настроения! Радости жизни! И всего самого наилучшего! А медведь вас по лесу ведет? Нет, это президент наш, хозяин. Это мы с ним идем. Это он пригласил в свои владения в лес. На елочку. Появление Деда Мороза и Снегурочки в сопровождении живого медведя дети уж точно не ожидали.
Такой Новый год запомнится и детям, и взрослым на всю жизнь. Наталья Зайцева специально для программы «День города».